Мария работает врачом-неврологом в Одинцовской областной больнице. Переехала в Подмосковье с мужем и детьми из Краснодарского края около 6 лет назад. О собственном жилье мечтала давно. Про программу социальной ипотеки узнала на работе случайно. И видит в ней только плюсы. Эта программа очень важная, особенно для молодых специалистов с маленькими детьми, потому что самим приобрести жилье – это вообще невозможно. Очень долго придется собирать, откладывать, всем себе отказывать, деткам отказывать. И это очень такое большое подспорье для молодых специалистов. Медицинскую специальность Мария Сергеевна выбрала не случайно. Всегда любила помогать людям. И сейчас, как отмечают ее коллеги, это остается одним из ее лучших качеств. Ко всем пациентам она относится с особым вниманием. Проявила себя очень ответственным работником, постоянно повышающим свою квалификацию. Она пользуется уважением у коллег, ее обожают пациенты. Она постоянно проходит курсы усовершенствования. Я думаю, что ее ждет большое будущее неврологическое. Молодой специалист уже собрала все необходимые документы и на данный момент будет выбирать жилье на территории Одинцовского округа, чтобы было удобнее добираться до работы. Мария надеется, что совсем скоро вместе с семьей она отметит новоселье. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».